Всем привет, с вами снова Придонки, вот мы в гостях с Александром, моего очень давнишнего знакомого. У него в магазине вот такой двигатель есть прекрасный, который парни решили на очередном слете Ява подарить Алексею Ивановичу Кузнецову. Такой двигатель, это ИШ-56, ну, как я понимаю, он новый, по сути, не знаю, может быть, и восстановленный, но, то есть, решили купить этот двигатель и Алексею Ивановичу подарить. Вот, что тут, чего, я не вникал, я 56 вообще не знаю. Но дело в том, что Кузнецов очень любит такие двигатели, он ездит именно на них, на таких. Он сказал, что очень маленький расход топлива. Вот, собственно, вся фича в этом. И сейчас просто покажу, я тут типа в магазине. Вот. Ну, как хоть вы дошли до такой жизни, что решили? Ну, собственно, идея давно такая обсуждалась, как бы мы с Петровичем, с Александром Петровичем здесь в Орле, как бы, так, вроде бы, мы знали про этот двигатель давно, в принципе, он у Андрея был, и как бы применить у себя куда-то его, то есть нет ни мотоцикла, ничего, ну и как-то так, интерес был, но как бы предметного не было какого-то принятия решения. Ну и потом возникло идея с этим мотором его подарить Алексею Ивановичу. Как бы, да, ну, в узком кругу брянских ребят, орловских, мы так это обсуждали, но как предметно мы, ну, то есть, не дошли до того, чтобы эту идею воплотить. Вот. На праздновании 5-летия клуба «Ява Орел» тоже мы планировали, но ввиду того, что была большая массовость, некогда было нам, то есть, информативно. Там было тупо не до этого. А в Брянске, вот в прошедшие выходные, как раз благоприятные условия были для этого. Мы коллективно собрались, обсудили, причем и он присутствовал там. Ну и, соответственно, с Андреем, да, мы обсудили цену, как бы, вот, его непосредственное участие, чтобы нам этот мотор купить. Вот, и мы, собственно, коллективно приняли решение, собрали средства. То есть бросили, то есть собрали средства уже в Брянске, вот, и потом в чате я разместил объявление для всех желающих, кто посильную помощь может внести, нам не хватало вчера еще суммы какой-то, но сегодня, слава богу, все получилось, да, собрали сумму нужную. Вот, 35 тысяч за мотор. Андрей любезно тоже, то есть стоимость его была выше, он нам сделал скидку и, соответственно, тем самым тоже поучаствовал. Да, поучаствовал. Вот. И 38 500 мы собрали на пока, как бы, да, если средства будут подходить, решили, что оставшуюся сумму мы приведем Алексею Ивановичу для, так сказать, ну, на бензин, на запчасти, на путешествие, чтобы ему там, как бы, вот. В чате я уже написал, что, то есть, наша идея воплотилась. Ну и, собственно, сейчас мы тут присутствуем, вот, на моменте забора мотора, и потом уже сейчас свяжемся также с ребятами, с Липецком, с Воронежем, как это все передать, и чтобы они там передали ему, ну, по цепочке передать ему. Ну да, у них впереди зима, пусть занимается, да, человек. Он там проведет дефектовку, возможно, и, может быть, там... Это уже его дела, да, его. Пусть вникает. Вот, так что, ну вот, собственно... Ну, собственно, на этом все. Вот, сейчас, если какое-то продолжение будет, я покажу. Так, ну вот, отгружаем. Да. Будем бросать в багажник. Сейчас я камеру уберу, будем закидывать. Так, ну, красавчик уже, видите, вот стоит все уже при делах. Но я прям увидел на входе лежащий карбюратор, который передали, его забыли передать вместе с ИШ-ПС. Сейчас расскажу, что к чему. Но перед тем мы покажем, как работает Ява, я сам, ну... Хочу увидеть, услышать. Исполни, Вячеславович, заведи, как работает флейта. Вы слышите? Какие звуки интересные. Это флейта заводские, яузские. И что прикольно, у него одинаково по смеси, одинаковый дым идет и справа, и слева. Это хорошо. И работает прикольно. Слушай, не тирай душу. Так, ну вот этот мы показали. И, значит, вот он, больной зуб. Я же вам видео вышло, когда PS
80-го года с пробегом 1500 километров, и у него была дырка в дупле, точнее, в дуплух в поршнях. Вот с виду такой вроде карбюратор, мы тут, значит, его понюхали вот так вот, такая вонь. Значит, мы сразу видим прям вот по плавкам, он, видите, по плавке, то есть он очень сильно забеднен, то есть вообще смеси не было никакой, то есть не было бензина, очень маленький уровень в камере плавковой. Ну, то есть, да, прям вот, и вот вонь вот этого бензина, вот, который ему уже там 400 лет, он испарился, но почему-то странно нет окислов. Так вот, все, хороший этот самый карбюратор вроде с виду, то есть нормальная заслонка, не чиканная, не битая. Такая она более-менее. Что хоть это настраиваешь? Что за климоскоп? Меридиан 210. Вот это точило. Ладно, я карбюраторы. Так вот, значит, очень маленький уровень. Карбюратор на 34. Но речь не об этом, а речь о жиклёре еще. Значит, тут такой жиклёр стоял. Тут дырочка, ну я не знаю, ну может быть в районе миллиметра. То есть ему настолько было бедно, вот он просто, он корень всех зол, связанных с заклиниванием мотора. То есть настолько маленькая дырочка, минимальная, которая пошла бы для ПС, 1,3 миллиметра. Но тут, ну я даже не знаю, вот я сейчас смотрю глазами, да, и я понимаю, что очень мало. Совсем. И вот этот жиклёр, вот этот уродский какой-то самодельный, кто его где взял, я не знаю. Вот, собственно, из-за чего сгорел двигатель. А он реально сгорел, вы сами все видели. Собственно, показывать больше нечего. Я все показал. Показал это. Даже показал вот это вот. Ну, у нас вот типа за раз, два раза, и два раза самостоятельно. Все, логистика настроена, все замотали. Видите, даже не видно, что это такое. И уезжает зрительный зал к Алексею Ивановичу Кузнецову под Воронеж. На этом все. Всем пока.